номер мой, да, потом? Конечно, обязательно. Вручил именную футболку и принял игроком в местный футбольный клуб. Так Валентин Захаров, житель поселка Летний Отдых, начал встречу с главой округа. Обратился с волнующим вопросом. В Захаровской школе давно не хватает современного стадиона. Она отсутствует вот с момента постройки школы 77-го года. Я по своему детству помню, что нам негде было нормально заниматься спортом. Пожелания взяли в работу. Школу постараются включить в программу реконструкции на 25-й год. И это один из главных вопросов, которые рассмотрела выездная администрация. Но беспокоит жителей не только проблемы в спортивной сфере. Потому что поликлиника, ближайшая поликлиника, находится. Юлия Буянова рассказывает, до мая в Веденском работал ФАП, но единственный фельдшер ушла на пенсию, да и помещение уже давно устарело. Андрей Робертович обещал помочь. Пока что будет выездной ФАП, график будет, и затем рассмотрят строительство нового ФАПа. Пожелание жителей получать качественную помощь рядом с домом глава округа услышал. В планах возвести в Веденском ФАП, подобно тому, что построили в Савинской Слободе. Сейчас я в Савинскую Слободу уезжаю, эндокринолог, кардиолог, акушер, гинеколог. По графику жители очень довольны, помещений там действительно хватает. Ну и плюс там опытный специалист, врач общей практики, то есть он принимает и врачей, и детей, и взрослых. Обращение в Минздрав по этому вопросу будет направлено. В этот раз выездная администрация побывала в Захарово. Теперь ее участники отправляются дальше. На очереди жаворонки. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».